Я не потерялась, я просто постригаю живую изгородь. Свою, что ли, между ног? Ты меня чуть не испугала. Какой кошмар. Подстригает она там живую изгородь свою междуножью. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Barn Finders, в американскую мечту. Мы приехали на фирму, к сожалению, у меня выключили свет, поэтому сохранение осталось вот на этом. Вот, короче, я выдаила мед там, где были медведи, и продала его, и у нас открылась новая локация. Вот такая вот ферма, которую нам с вами предстоит, конечно же, полутать. Надеюсь... А, нет... Блин, короче, вы даже не представляете, сколько всего тут просралось. Короче, капец обидно. Ну, в общем, я залутала эту местность, решала головоломки, и спасибо, сука, выключенному свету за вот это все. Блин, я теперь даже как-то расстроилась. Ну, короче, тут есть единорог, которого нужно спасти. Благо, я его спасти еще не успела. Он вот в том вот амбаре. Я, если честно, не знаю, как это сделать. Но... мне очень обидно. Подожди, а может быть, сохранилось вот это вот? Подожди, а может быть... подожди, подожди. Мне чисто ради интереса посмотреть. Ну-ка. Да! А, ну понятно, короче, можем, да, продолжаем, значит, с этого места. Значит, нас откатило, в принципе, нормально, не прям, чтоб критично. И это, знаете, с одной стороны, хорошо. Так, спите, пчелки. Пчелки спать. Пчелки спать, пчелки спать, вашу мать. Короче, тут есть единорог. Вот, это все к этому часу. Если он появится, то он появится, я вам его покажу. Вот, и нам его нужно вызволить, потому что он у нас вот, вот тут. Сейчас. Вот он. Как его вызволить, я не знаю, но как-то вызволить этого единорожку надо. Главное, непонятно, какого хрена выключили свет, блин. Хоть бы предупредили, просто был раз и перебой. Кто-то решил пошутить. Ну хорошо, хотя бы предметы можем продолжить с вами собирать, заново решить головоломку. О! Кто-то забыл тут свой жакет. Какой-то глупый растяпа. Ну, бывает. Не будем его за это корить, потому что всякое в жизни случается. Быть может, он вчера немножечко бухнул, прибухнул, и вот. Что получилось, то получилось. Так, привет. Ой, что так страшно-то? Открывается-то все. Не надо, чтобы так страшно. Охревалось! Да что ж ты будешь делать? О, какашка. Без какашки ты Наташка, а с какашкой человек. И все такие Наташки обиделись. Но не обижайтесь, потому что я тоже Наташка. Поэтому вы Наташка без какашки. Ладно, давайте открывать. Блин, обидно, что я должна все то же самое делать второй раз из-за того, что тупо выключили свет. И не предупредили. Это очень обидно. Вы не представляете, насколько. Потому что я тут лазила, я тут все идеально все просто сделала. Выкопала лошадиное дерьмо, которое все еще тепленькое. Ты видишь, насколько оно тепленькое, что от него идет даже такой порог небольшой. Знаешь, люблю копаться в лошадином дерьме. О, видишь, нахожу в лошадином дерьме шины. Видимо, резина сгнила, а вот металл остался. Так, фонарик у меня есть, да? Да не бери ты его. Надо убить пчел. Всех пчел. Пчелы бесят. Вот, минус одни пчелы. Отлично. И где-то еще синий улей. Надо синюшных тоже побить отсюда, убрать их. А то они, падлы, будут мне мешать. Не хотелось бы. Я не помню, где, если честно, их этот. А, вот он. Все! Нету пчелок больше. Все, кончилась их эра. Убили всех пчелок. Ай-яй-яй, убили пчелок. Т-т-т-т. Ай-яй-яй-яй-яй. О, тележка. Заберу. В хозяйстве пригодится все. И вот эта штука, чтобы оседлать какую-нибудь непокорную женщину. Так, еще один сейф, надеюсь, с деньгами. Надеюсь, он с деньгами, потому что деньги нам нужны на развитие бизнеса пойдут. Откройте, спасибо. Так, я нашла какую-то записку. Это для того, чтобы мы с вами могли сделать подковы. Подковы нам нужны. Так, смотрите, я сейчас что буду делать. Я не буду полностью разбирать и разбивать вон те штуки, которые вокруг вот этой вот лошади, потому что они мне пригодятся.
Так, вот это вот я разбиваю. Пригодятся для того, чтобы мы потом смогли с вами залезть на крышу. Там надо кое-что будет достать и понять, как освободить лошадь. Потому что она просила, прям молила, говорит, освободи меня, прошу. А здесь лежат сапоги. Какой-то рыбак бухал и забыл их тут. Бедный. Я его, конечно, не осуждаю. Жизнь рыбаков нынче тяжелая. Такой стресс просто. Все, пошли дальше. Так. Вот так вот. Поехали. О, видал, как тут красиво было. Пикничок, шашлычок и всякие такие штуки. Блин, у меня была целая 1000 бабла. Я это все собирала, ты представляешь? Все эти тарелочки, все эти бутылочки. У меня тут была идеально зачищенная локация. Но нет же. Так, я не хочу падать в дырку. Я упала в дырку. Так, можно я к вам пройду? Спасибо большое. Благодарю. А вот тут, вот, кстати, в конце вот этого прутика стоят два кувшина. Один золотой, другой не очень. Но, как бы, что жаловаться-то? Забираем. Конфискуем. Нам нужно развивать свой магазинчик. Вот. Смотри-ка. А? Красиво? Вон туда нам надо. Фига, я сейчас заметила случайно, что там, оказывается, какие-то эти штуки непонятные. Охренеть. Ладно, пошли сюда. Привет. Вот, видишь, лошадь. Это единорог. Я помню единорогов Мика в дни их славы. Они были полны гордости и грации. Всегда хотели победить, несмотря на все трудности. Вот, видишь? Здесь есть единорожки. Я же тебе говорю, я тебя не обманываю. Просто так тупо, что меня откинуло. Но с другой стороны, хорошо, потому что я переживала, что у нас все теперь. Просран целый уровень. Из-за того, что просто, прикинь, я пишу, записываю, только хотел записывать уже конец. И вырубаю цвет. Ты прикинь, как мне обидно. И файл, он не сохраняется, он просто ломается и все. И я такая, типа, ну класс. Но зато я теперь знаю, где что лежит. Теперь мы с тобой такие, те еще проныры. О, лошадь, ты что там делаешь? Они были на пике игры. Ну, молодцы, были и были. Но чем больше вещей, тем больше страх, что какой-нибудь вор украдет все из ломбара. У нас не украдет. О, Наполеон яйца помыть решил. Привет, Наполеон. Как дела? Или это не Наполеон? Ну, неважно. Главное то, что он так или иначе мыл там яйца, и мы его спалили. За этим неблагопристойным занятием. А мы вот такие вот глазастые. Утюг. Лошадиные портреты. Здесь будет очень много лошадей, так что готовьтесь. Это лошадиная ферма. Фермер, фермер, я твою лошадь. О, домохозяйке какой-нибудь продадим втридорога. Скажем, что на этой машинке стирала сама королева Елизавета. Поэтому за это нужно, конечно же, поплатить побольше. Так, убиваем, убираем. Тык-тык-тык-тык-пык-пык. Зайку. Зайку бросила хозяйку, зайку забрала я. О, что хочешь сказать? Поэтому они создали радужные конфеты, которые сделали их лошадей быстрее и счастливее. Это стало началом их падения. Так, лошади на антидепрессантах, ребята. Это не очень хороший знак. Бедные лошади, ты представляешь? Их заставляли быть на антидепрессантах. Ой, как много здесь вещей можно забрать. Ой, как мне нравится, когда так можно много вещей забрать. Ой, спасибо. Так, книжку тоже заберем. Все забираем. Вот эта вот лошадиная книжка про лошадей. Я же говорю, как стать лошадью пособия для чайников, ты понял? О, вот это тоже заберем. Ковбои едут. Так, пивко. Пивка для рывка возьмем слегонца. Так, дядя Билли, главное, чтобы не достался. Ну так, он там податенький шатается еле-еле. Я все, наверное, здесь не буду собирать, потому что здесь, видишь, сколько всего говна лежит. Вот тостер заберу. Так, пусто, пусто, пусто. Да, очень много всяких этих фиговин. Но мы так здесь поверхностно порядок наведем. Так, заберем кофемашинку. Сухое вяленое мясо лошадей, бастурма, да? Как бы лошадьми-то тут занимаются, но бастурму никто не отменял, ты понял? А вот что бывает с лошадьми, которые плохо себя проявили в заезде, да, в загоне вот в этом вот. Или на конкуре, ну, неважно, что было там. Так, поднимаемся на второй этаж. Здрасте, это я. Вот, нам нужно вот здесь решить головоломку, но я ее умею решать, поэтому мы ее быстренько с вами решим. Поэтому в этом нет никакой сложности, она была достаточно простой. Так. Ага. Ага. Ну, очень сложно. Очень сложно. Настолько сложно, что я не знала, как это открыть.
Спасибо. О, вы что меня, куда это вы меня зазываете? Я вообще-то приличный мужчина, меня лошади не интересуют. Лежит она такая грустная, лошадка. Расчеши мне гриву гладко. Нет, лошадка, извини. У меня есть свои дела. О, плакат голого мужика на коне. Вот это наша тема. Так, ну чё, привет, пони на стропоне. Чё? Я сказала им, что не нужно обманывать, мои волшебные заклинания помогут им победить, как всегда. Что может могущественное магическое духовное существо из четвертого измерения знать в конце концов? Действительно. Действительно, что может знать магическое существо? Надо его спасти. Я думаю, что если мы его спасем, мы с вами столько получим всего, что нам этого до конца векон хватит. Веков, да. Блин, там что-то есть наверху, я не понимаю, как туда попасть. О, еще один плакат, но это больше рисунок какой-то детский, типа, знаешь, когда ребенок нарисовал, и тебя попросили сказать, что, ой, это так красиво, на самом деле ты смотришь, это говно, и ты говоришь, ой, это красиво, ты такой молодец, вау, и думаешь, как мне надоело смотреть на твои рисунки, о, еще одна лошадь, так, забираем, все забираем, все подчистую, все, эту комнату зачистили, да, зачистили, пошлите в следующую комнату, она тоже закрыта. Нормально, сейчас мы ее откроем. Открывайте ворота, это Толик алкоголичка пришла. Здесь пусто, еще один чудесный рисунок, картина лошадиная. Но я же сказала, здесь будет очень много лошадей. Очень много всяких картинок с лошадьми, прям завались. Так, кисточки забираем. Стул забираем, конечно же. Нам нужна еще одна подкова. Давайте сюда потом вернемся с вами. Пошлите вот сюда, вот. Так, вот это вот можно убить. Вот это тоже можно развести пока. Так, нормально. Здесь в округе тоже приведем сейчас все в порядок. Чтобы было красиво. Во. Вот так вот. Ой, как хорошо. Ой, как много денег. Так, вот это вот я бы, наверное, пока не стала убирать. Вот это заберем шину. Потом продадим кому-нибудь. Скажем, что это нормальная свежая шива. Шина на самом деле это БУ. Но об этом никому не обязательно знать. Так, а сюда мы как потом попадем? Просто разбиваем. Дядь Биль, ты опять нажрался, что ли? Ля, ты выжил здесь 4 банки пива. Ты чё? Ты на ногах еле стоишь. Папа, черт возьми, я слышал, что я золотой. Серьезно? Где ты золотой? Ты дурной. Ой, сколько много шампуней всякие стоят. Прикольно. Забираем. Так, шампуни, наша голова. Так. Так, главное, чтобы меня эта мельница не убила. Надеюсь, что не убьет. Так, забираем. Открываем дверь. Вот оно. Нам нужно забрать, сейчас выплавить несколько этих подков. Где-то здесь последняя подкова лежит. Вот она. Все, отлично. Забираем. Я просто, блин, это так обидно. О, лоточек кошачий. Так, спрыгиваем вниз. Включаем наш чудо-автомат. Поехали улучшать. Здесь нужна большая шестерня, здесь нужна средняя шестерня, здесь нужна... Можно? Здесь нужна маленькая шестерня. Все. Теперь мы можем выплавить с вами вот эти вот подковы. 3 штуки лошадиных подков. Все, забрали. Все у нас есть, контакт тоже есть, поэтому повалили отсюда. А. Еще осталось совсем чуть предметов, но мы их сейчас соберем вот там вот в кабинете, где был единорожка. Там было прям дофига всего. Так, привет. Сейчас я буду тебе помогать решать головоломку. Я, конечно, ее уже знаю. Тут надо вставлять правильно подковы. Вот что бывает, когда ты типа, да, уже прошел. Но я не виновата. Так, еще одна книжка лошадиная, еще... Еще одна книга, господи, столько много книг. Мне кажется, лошади столько не читают. А это Оскар со временем своим. Типа, когда ты получил этого Оскара. Так, пусто, пусто. Ковер. О, ковер заберем, конечно же. Так, вставляем подковы. Значит, смотри, вот это идет вниз. Вот это вот в этот бок. А вот это идет вот так. Все. Забираем трофей. Теперь он наш с тобой. Хочу спасти лошадь. Для того, чтобы спасти лошадь, мы пойдем сейчас с вами сходим в кусты. Посмотрим, что там в этих кустах. Там, конечно, пчелы, скорее всего, свирепствуют. Но как бы пчелки. Ой, это какой-то лабиринт. Бляха. Охренеть. Вот это прикол.
Видимо, дядя Билли с какой-то тёлкой отжигал, пока никто не видел. Ну тут тупичок. Ладно. Так, и что мне с вами делать? Ребят, мне нужно пройти. Я, конечно, все понимаю, но вы сами понимаете, да? У меня тут вообще-то приключение. Сейчас меня тут как изнасилует кто-нибудь. О. Да, это будет наш последнее место проведения, которое мы вообще здесь будем... Это самое... Я слышу туалетную бумагу, подожди. Я слышу туалетную бумагу, она где-то здесь. А как туда попасть? А как туда попасть? Как туда попасть? Я где-то пропустила проход? Может быть сюда? Может быть сюда? Так, пчелы. Эй, я же надула на нее! Слышь? Пчела! Вот и все. Мне сюда надо. Сюда мне надо. Так, тут есть что? Господи, какой кошмар. Здесь просто... Я хожу кругами. Ёпта. Так, пацаны. Мне надо забрать туалетную бумагу. Я слышу ее зов. Привет, моя хорошая. Так, стой. А если я вот здесь запрыгну? Будет ли это считаться читерством, и я смогу ходить по кустам? Просто так будет гораздо проще. Блин, а кусты-то здоровые. Ладно. Давайте пытаться ходить. Пошли сюда, сходим. Что у нас тут? О! Квартира бомжа? Нормальная квартира была у бомжа. Среди пчелок жил. Ну а чё? Зато ближе к дикой природе. Так, пчелки. Поспите, пожалуйста. Так, как думаете, куда лучше сходить? Ну пошли сюда. О! Так, и где мы? Я не потерялась, просто постригаю живую изгородь. Свою, что ли, между ног? Ты меня чуть не испугала. Какой кошмар. Подстригает она там живую изгородь свою между ножью. Ужас. Страшно жить. Все, я на крыше. It's not Easter egg. Go away. Что? Почему? Так, тихо. А как мне тогда достать этого самого? Штуку-то ту. Тут по-любому есть чердак. Я хочу спасти лошадку. Может быть, мне как-то лошадку иначе освободить? Может быть, я просто опять считерю? Ну-ка. Оп. 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 Так, привет. Спасибо, могущественный спаситель. Ничто не может разлучить нас. Привет. Я нашла лошадь. Так, он насрал. Нифига ты серишь. Мощно срут единороги, совсем не радуга, как оказалось, а вполне себе обычным говном. Ну, видишь, мы его хакнули игру. О, все, изи-пизи. Мы что-то можем сделать с лошадью. Ну-ка, давай посмотрим. Чтобы пометить транспорт. У нас будет единорог, ты прикинь, мы с вами добыли единорога. Это же просто офигенно. Теперь с чистой совестью можно отсюда валить. Ребята, у нас есть единорог. Мы, конечно, пытались его достать другими способами, но так тоже сгодится. Вот это да. Возвращаемся в ломбард. Он летает! Он летает!
Охренеть! А я не хочу его теперь продавать. Один предмет мы упустили, коллекционных тоже два. Ну, ничего страшного, как бы. Я коллекцией не балуюсь. Главное, что туалетку взяли и взяли пони. Пони на стропоне. Вот это, конечно... Ребята, я в шоке от того, что мы с вами сделали. Это просто, это немыслимо. Давайте посмотрим, можем ли мы что-то помыть. Во-первых, подождите, я хочу сейчас починить кое-что. Мы починим штуку, которая... Ты ж моя зайка! Ты ж моя прелесть! Мой единорог! Так, а если я не хочу его продавать? Это теперь мой конь. 2000 он стоит. Не-не-не. Пока я его не буду продавать. Вы что? Вы вообще... Вы в своем уме, чтоб я продавала коня, который теперь мой? Нет, ни за что. М-м. Так, нужно починить предметы всякие интересные. Давайте пойдемте их чинить. Вот так вот. Так, иди сюда. Кручу, верчу, починить хочу. Надеюсь, мне хватит предметов, потому что у меня не так много дерева на самом-то деле. Так, кручу, верчу, чиню, хочу. О, все. Отправляем на транспорт. Одно починили. Капец, у нас есть единорог, ты прикинь. Это же просто шедевр. Единорожий, конечно же. Так, заходим, несем телевизор. А вот что делать, если мне не хватит на починку дерева? Ну ладно. Пока хватает. Надо понасобирать предметы, чтобы их потом продавать. Мы же с тобой не пальцем деланные, ребята. Так. Пошли эту чинить. Ты когда? Давай. Починочка началась у нас. Веревка здесь нужна. Хорошо. Но веревки у меня было до хрена. И железо тоже было дофига и до жопы. Вот с деревом проблема из-за того, что ты пчелы ими гоняешь. Вот этим деревом. То, что вот эту фигню, дымную фигню делаешь пчелкам. А чтобы пчелки покурили, так скажем. Пчелиный кальян это называется, знаешь. Кальян для пчел. Они просто его нюхают и охреневают, как им хорошо и классно жить. Поэтому как-то так. 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 О, вот это я починила. Вот это мы начинили с тобой. Просто красота. Что еще есть починить? На самом деле много чего есть починить. Начиная от переноски и заканчивая всем остальным. Вы находили, блин, рухлядь всякую. Теперь чини ее. А, ну эту быстро починили. Пойдемте, в общем-то, переспим с этой мыслью, хватит нам заниматься не пойми чем. Так, три туалетки мы нашли, пошли поспим. Теперь пора и честь сдать, типа пост сдал, пост принял, понимаешь? Все, ложимся, телепузиком спать пора. Вторник тем временем наступил. Да будет вторник, привет, это я, как дела? Я жив пока, целый орел. Нужно отправить нашу фигню, наш трофей. Так, вот он. Запаковать и отправить. Чуть не так много мы за него получили, я хочу тебе сказать. Так, заказы. Амбарный центр. Событие «Золотая рыба». Это вот здесь. Нет, это не здесь. Вот, «Золотая рыба». Так, ну, туда, наверное, нужно много денег. Давайте пока поторгуемся немножко. Чтобы у нас был хоть какой-то бюджет. Откроем наш магазинчик. Так. Открыта лавочка, заходи. Пока можно что-нибудь улучшить. Давайте что-нибудь улучшим. Можно что-нибудь улучшить? Могу улучшить пол. Застенчивый пол. Блин, ну я сейчас улучшу этот пол. И что? Так, привет. О, пианино! Так, подороже. И... Все, продал тебе. Это теперь твое. Оно принадлежит тебе. Так, еще давай. И... Хорошо. Забирай оно твое. За 290 я отдаю это тебе. Так, уберу топор, а то я их пугаю. Поставлю золотые вилы. Ты понимаешь, большая палка. Да привет, ты тоже музыкант? Ну, чувак, за синтезатор надо платить. На нем знаешь, кто играл? Пол Маккартни. Там дядь Билли из воздуха материзался. За десятку добавляешь? Побольше, давай, побольше. Чем больше денег, тем счастливее я. Забирай.
За 135 так уж и быть. Унитаз, ребята. Уникальный лот унитаз. Что-то как-то у меня клиентов не так уж много. Надо хотя бы 1003 накопить. А их просто привлекают мои сексуальные женщины. Вот эти вот. Табаско. Вот это вот табаско. Я бы такой табаско купила. О, сразу видно, этот пердак создан для нашего смыватора. Конечно. Ваш пердак будет идеально на нем смотреться. Поэтому доплатите за него побольше, мадам. И за смыватор-то. И... Четко. Вот это мы накинули за него. Ой, хорош. Удачно вам покакать. А, вы хотите виллу? Вы ведьм гонять, что ли, решили? О, нормально. Так, подороже давай. Все-таки золотые виллы из настоящего золота, не позолота. Слушай, такие дорогие предметы. Она так счастлива этому говну. Все, бочка. Для прятки, чтобы носки вязать. Давайте, нам нужно хотя бы 3000, чтобы мы в следующей серии пошли на торги. Так, привет. Ну, ты стандартную хрень, конечно, берешь. Мог бы там это, что-то получше взять, бровястый. Ну, забирай, забирай. Турботеленка. Я не знаю, зачем тебе турботеленок. Видимо, он хочет что-то там это, телить. Ты что берешь? Микроволновку? Не, ну за микроволновку надо, дорогая, доплатить. Ты вообще там будешь каждый день ей пользоваться. Поэтому то, чем ты пользуешься на каждодневной основе, нужно доплатить. Ну, не так, конечно, как я рассчитывал, но пойдет. Мне нужны клиенты. Где мои клиенты? А ну, заходи! Fun Finders. Что-то никто... О, пришли. Я иду, подожди. Так, что берешь? Забирай. Бомж. Так, ты что берешь? Бочку. В ней было вино для самой королевы Екатерины. Понимаешь, не знаю, была ли Екатерина какая-то королева, но это не важно. Важно то, что она из него пила, даже если не существовала. Поэтому так дорого, да. О, видишь, какой-то парень. Мы нашли друг друга. Вот еще одна такая же бочка. Ну, из нее пил я уже, но все равно скажу, что пил. Оттуда теперь король Генрих IV пил из этой бочки. И потом заболел сифилисом и умер. Вот такая вот у нас веселая канитель. Целый день. О, мадама. Забирай, я не знаю, зачем это тебе. И она так этому счастлива. Наверное, для того, чтобы хорошо всасывала. Забирай. Забирай. Вы так радуетесь простым вещам. Мне бы ваши счастливые такие глаза и не только. В общем, ребят, я думаю, что на этой нотке, наверное, можно завершить эту серию. В следующей серии мы с вами пойдем на торги «Золотая рыба». А, пишите, как вам эта серия и как вам единорог. Сейчас мы вот этой тетке продадим бочку короля. Так, бочка короля, моя дорогая, вот. Надо еще раскошелиться за бочку-то короля. И ты раскошелься лайком и до новых встреч. Пока.